Сегодня в меню кофе по-сербски. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Кофе молотый, 20 грамм. Сахар, 2 чайных ложки, или по вкусу. Вода, 240 мл, очищенная или бутилированная. Кофе любят во всем мире, и у каждого народа есть своя культура приготовления этого ароматного бодрящего напитка. Не исключение в этом плане и Сербия, в этом рецепте будем готовить кофе по-сербски. Подготовьте все ингредиенты. Влейте в турку воду, добавьте сахар, нагрейте до кипения. Отлейте половину нагретой горячей воды, всыпьте молотый кофе. Снова поставьте турку на плиту. Как только кофейная шапочка поднимется вверх, снимите турку с огня, кипятить не надо. Влейте в турку ранее отлитую воду. Дайте кофе настояться 2-3 минуты, разливайте по чашечкам и наслаждайтесь ароматным и бодрящим кофе по-сербски. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!